Три многоэтажных дома по программе Нурлы-Жер построили в Туркестанской области. Это первые новостройки в новом микрорайоне города Арысь. В каждом доме по 36 квартир. Их получили малообеспеченные семьи, многодетные матери и госслужащие. Впрочем, это не единственные объекты, сдача которых пришлась на День независимости. Наш корреспондент в регионе Рауль Габитов расскажет об этом подробнее. Он сейчас с нами на прямой связи. Рауль, ждем интересных подробностей. Здравствуйте! Всего год назад на этом месте был пустырь, но местные власти решили его благоустроить. Здесь установили освещение, построили декоративную арку, а вдоль пешеходных дорожек посадили деревья. Теперь это красивый парк. На его строительство продлилось всего 6 месяцев. Государству проект обошелся в 79 миллионов тенге. Кстати, в Арысе довольно прохладно, но даже сейчас тут можно встретить гуляющих жителей. А рядом с парком совсем недавно появилась аллея почетных граждан. Территорию украсили скульптурами животных, каменными стендами с именами заслуженных деятелей и высоким монументом Мангалякьель. Здесь в радиусе 500 метров сосредоточены еще несколько зон отдыха. Это парк молодежи и сквер Победы. Эта часть города, безусловно, станет излюбленным местом арысчан. Главным же событием дня стала сдача в эксплуатацию трех многоэтажек. Дома, которые обошлись бюджету почти 800 миллионов тенге, полностью готовы и уже сегодня примут новоселов. Сейчас рядом со мной находится почетный гражданин Арыси Конысбек Балкабеков. Конысбек ага, расскажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу бурного строительства в этом городе. Здравствуйте, дорогие казахстанцы. Поздравляю вас всех с Днем независимости 16 декабря. У нас сегодня очень радостный день. В железнодорожном городе Туркестанского района, города Арысь, сегодня по буму строительства это великолепно. Люди радуются. Самое главное, сдается сегодня 16 объектов. Среди них, которые уже сказано было, три жилых домов. Вот это сейчас открывается, еще двое строятся, начали строить. Еще вот строит аллея почетных гражданинов. Был в прошлом году открыто дендропарк площадью 12 гектаров, а также много строительных дорог, а также два моста. Все эти для блага людей, поэтому наши жители очень рады, что они живут в настоящее время, который прямо расцветает Казахстан среди тех, которые и наш город Арысь. Спасибо. Для местных жителей приготовили еще много сюрпризов. Всего ко Дню независимости в Арысе приурочили открытие сразу 16 объектов. Алмаз? Спасибо. Из Туркестанской области на прямой связи с нами наш корреспондент Рауль Габитов.